Вот уже несколько лет Нижнекамск стремится быть максимально безбарьерным. Парковки для людей с ограниченными возможностями сейчас есть практически везде. Вот только пользуются ими отнюдь не инвалиды. Почему вы машину там запарковали? Там же все-таки для инвалидов место, правильно? Вы не заметили знак или что? Почему так? Вы знаете, что штраф большой за нарушение? А вообще для чего делать места для инвалидов? Как-нибудь задумывались, нет? То есть, чтобы могли инвалиды, я так понимаю, подъехать, да, и чтобы для них было свободное место, ближе было дойти. Объяснить свой поступок не может никто, но нарушать продолжают. Такая же ситуация и у торгового центра. За время рейда здесь останавливалось много машин, но ни одна по законному праву. Впрочем, решение стать инвалидом на 5 минут для хитрых водителей обойдется недешево. За данное нарушение предусмотрен серьезный штраф от 3 до 5 тысяч. Предупреждение за данное нарушение не предусмотрено, поэтому я хочу раз обратиться к водителям. Будьте внимательны, нам не нарушать правила дорожного движения. Если эти места для инвалидов сделали, то туда должен ставить машину только инвалид. И не обижайте нас за то, что потом мы вас наказываем. Если считать подобное вредной привычкой, то от нее нужно поскорее избавляться. Дорожный полицейский собирается организовывать рейды регулярно. Александр Акишин, новости НТР.